подними. Сидор был? Не было. Все. Все. Музыка такая приятная, да, прям в темпе, короче, такие. Взял его и не отпускай, все. Рома, передави и держи. Все, вот, держи вот этот срез, куда дергаешься, с одной стороны стой. Не прячься, держи срез его. И все, высунись и держи срез. Не прячься. Сидор не выпадает. Эй, ну ты что творишь? Право резко, быстро. В сторону поменяй, там сбили. Зачем? Зачем поменял сторону, Ром? Ром, он просто стоит с той стороны, выйди и держи его. Чуть-чуть выдвинься, посмотри, фидер увидит. Шару стресно, все, по одному шарику, теоретически не может быть, по одному шарику. Все, я с вами. Попадание есть, молодец.
нас специально. Фиксики. Всем привет. Проходит тренировка по спортивному пинболу. Все, кто не пришел, всем привет. То же самое. Почему не ходите на тренировку? А так, внимание. 30. Ух ты, нифига, что часов это у них на полигон взял. У меня железный был такой, спортивный. Потеряли два штуки. Что отрабатывает? Сейчас, секундочку, интервью возьму. Скажите про сегодняшнее зимнее субботнее утро. Как вы себя чувствуете, как тренировка? Офигенно, зимнее субботнее утро. Давай я зайду. Не знаю, почему вы не ходите на пинбол, но это вообще тема. Вы не замерзли? Ну вот. Давай еще раз. 10! Работай, работай, работай. Дразни тогда, дразни. Все. Аут. Леша, ты аут. Фидер. Фидер, да. Юля, аут! Еще раз, да. Еще раз, 10! Игра, игра, игра. Раскола не лучше.